Всем привет, с вами канал Крутой Гаджет, и вот у меня еще три посылки из Китая сегодня. Так, давайте начнем открывать с этой. Так, это у нас бампер к телефону Lenovo P780. Эта посылка шла 27 дней и стоит $32. Так, открываем. Так, достаем. Так, еще здесь достаем его. Так, и открываем. Здесь. Так, вот наш сам бампер. Вроде бы все хорошо. Вот, замечаний нету. Так, давайте следующую посылку откроем. Это у нас есть чехол к Samsung Galaxy Core Prime. Так, эта посылка шла 32 дня и стоит $3.02. Так, давайте также здесь откроем. Вот здесь так вот, да. И здесь тоже. Так. Так, давайте еще здесь. Вот так, достаем. Так, как я заказывал синего цвета. Так, достаем. Так, здесь для принимания звонков, здесь часы. Так, вот, здесь на магнитике все. И вот сюда втыкаете ваш телефон. Также можно вот так вот, как подставку использовать этот чехол. Так, и последнее. Посылка на сегодня. Это стекло к телефону P780. Оно шло 25 дней и стоит $1.08. Так, я вот уже открыл его был. Так, стекло в хорошем состоянии пришло. Сейчас покажу. Вот и все отлично. И здесь также вот эти тряпочки есть. Так, а если вам вот эти все посылки понравились, то поставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал и на мои соцсети, чтобы не пропустить новости из моего канала. Всем всего хорошего и всем пока!